Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ по 8-му каталогу компании Oriflame. Много новинок и много всего интересного, поэтому наливайте себе кружечку чая или кофе и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Давайте уже будем смотреть. Конечно же, в этом каталоге очень много было новинок. Это новинки уходовые для лица, новые ароматы и разные другие интересные продукты. Также аксессуары даже появились. Какие-то повторились, какие-то появились. И, конечно же, спасибо за все ваши комментарии, которые вы написали под обзором каталога. И я, конечно же, тоже, прочитав все это, на кое-что соблазнилась. А, кстати, еще и в декоративной косметике у нас новинки. Смотрю на это все, на эту всю красоту и даже не знаю, с чего начать. Но давайте поговорим о продукте, который я выбрала вместо платы за доставку. Я на этот раз выбрала вот такой вот продукт. У меня он был когда-то, когда был новинкой этой серии Love Nature, мицеллярная вода. Продукт вместо платы за доставку выбираете, платите за продукт, доставка уже ставится по нулям, зато этот продукт дает вам баллы, и он пусть подороже немножечко, чем ваша доставка, но зато деньги, которые бы вы заплатили все равно за доставку, вы все равно, ну, их бы потратили, а так у вас будет средство. Поэтому мне эта мицеллярная вода тогда понравилась, мне не понравился только тогда дизайн, потому что вот какой-то жесткий флакон, а мне хотелось поднадавливать на ватный диск, ну, это не критично, в общем, выбрала ее, потому что мицеллярная вода всегда все равно нужна, где-то макияж смыть, где-то там помаду подтереть, где-то на руках сводчи какие-то при съемке видео, то есть у меня этот продукт расходуется, и он мне нужен. Следующее, что я заказала со скидкой 50%, это для тех консультантов, кто делает заказы, во-первых, регулярно каждый каталог и заказы ваши составляют более 150 или прям ровно 150 баллов, два каталога делаете, выполняете, на третий каталог у вас открывается уже такое окошечко, если вы регулярно делаете заказы по 150 баллов, у вас всегда эта возможность есть. Посмотрите, что я выбрала. Цвет обалденнейшей упаковки, просто очень шикарно, легкая, хочу сказать сразу. Я выбрала бутылку. Это у нас продолжение аксессуаров, которые вышли, летняя коллекция. Это вот сумка, коврик и бутылка. Ну, давайте посмотрим. Я, конечно, от этой бутылки жду, что это будет напоминание. У меня есть тоже такая металлическая бутылка. Я вообще-то такая, мне кажется, еще легче, чем та. Напоминает мне эту бутылка термос. В каталоге заявлена совсем другая крышка немножко же, чем как у меня. В общем, не знаю, горячие напитки, насколько можно будет в ней или нет. Или только холодные. Как-то странно. А вот резинка, все нормально. В общем, там резиночка у нас получается в крышке. Сама вот такая металлическая бутылка. Как термос, интересно, будет она работать или нет, не знаю. Надеялась, что можно будет как термос. Или только это у нас служит только для холодных напитков. Ну, вот такой вот дизайн бирюзовый. Со скидкой в 50%, конечно же, она мне обошлась, ну, очень бюджетно и выгодно, вообще 400 рублей. Поэтому, если у вас еще нету возможности дисконта, скидки от компании, загляните в инфобокс под это видео. И вы сможете приобретать продукцию и участвовать в акциях. Все, что вам понравится, приобретать для себя по очень выгодной цене. Следующее, что я получила вообще за рубль, и это получают очень многие консультанты, кто участвует в акциях, таких регулярно делает заказ по 50 баллов, то вкладывается вот такой вот приятнейший сюрпризик. И это у нас гель для душа в таком вот в новогоднем оформлении. Но это вообще не столь важно. Приятно получить его за свои регулярные заказы и поучаствовать в акции. Можно было еще там заказывать дальше сумки, что-то и воспользоваться такой возможностью. Но я пока ничего не заказала, не знаю, размышляю, думаю и, может быть, воспользуюсь. Ну что, давайте уже будем смотреть новое. И когда мы с вами обсуждали каталог, мы с вами обсуждали, и что меня очень заинтересовало, я вам сказала, вот эта серия Urban.
в серии Optimals. И давайте будем смотреть, что я из нее заказала. Я из нее заказала все и там дальше. Так, первое, что посмотрим с вами, посмотрите, какой, во-первых, цвет, объем 125 мл. Это очищающее средство для лица. Используется вообще формула здесь 3 в 1, можно использовать как средство для умывания на каждый день утром и вечером, можно использовать как мягкий скраб 2 раза в неделю и можно использовать как восстанавливающая маска 1-2 раза в неделю. Слушайте, но практически ничем не пахнет, белая кремообразная консистенция такая. Практически ничем не пахнет. Вот так выглядит. Вот такой вот объем. 379 рублей стоит. Следующее. Посмотрите, какие упаковки. И это у нас увлажняющий спрей для лица. Также вообще это вся серия именно для всех возрастов, для всех типов кожи. И этот спрей можно использовать также многофункционально. Утром, вечером можно использовать как тоник, можно использовать на макияж. То есть вот так вот, давайте попробуем, кстати. Так, прикроем. Спрей такой хорошо, это не мелкодисперсное распыление, а такой спрейчик прям это... Практически ничем не пахнет, но увлажниться никогда не помешает. Также стоит 379 рублей. Вот так вот это будет выглядеть. Очень красиво, да? Так, и значит у нас 15-20 сантиметров. Вот так вот от лица распыляете и, в общем-то, используете. Получается, что здесь содержится у нас... Вообще серия содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Здесь еще у нас полифенолы и вообще эта серия с пробиотиками, с пребиотиками, вот такая вот интересная. Дальше в этой серии у нас идет защитная сыворотка для лица, здесь 30 мл, глубоко увлажняет, защищает, невесомая формула с пантенолом и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Значит, во всей вот в этой серии именно Urban только нету крема для век. Вот так выглядит сама сыворотка, 30 мл, с такой вот резиновой, это пипеточка, в общем-то, 699. Следующее у нас в этой серии ночной восстанавливающий крем 50 мл. Такая более уже, видите, зеленая такая, да, восстанавливающий ночной крем. Так, с морским постбиотиком и среднемолекулярной гиалуроновой кислотой. Интересно. И еще у нас в этой серии защитный дневной крем. Также 699 рублей. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Также 50 мл. Только он уже в тюбике и с SPF 25. Вот так выглядит. То есть все вот так вот выглядит вообще серия. Интересно, будем тестировать, будем пробовать. Далее, что я еще из этой серии заказала, дальше у нас продолжается серия Optimals, и у нас в этой серии появляется новый тоник, это у нас успокаивающий тоник для лица, бесспиртовой. Еле уловимый аромат, практически ничем не пахнет. Вот заказала я этот тоник, чтобы уже пользоваться целиком. Вот, и заказала два, сразу мне вот заинтересовали вот два продукта. И это у нас два средства для очищения, умывания, они разные. Одно средство для очищения кожи, выравнивания тона кожи, а другое глубоко очищающий гель с фруктовыми кислотами. В общем-то, стоимость одинаковая, но я так как понимаю, что они просто по консистенции будут разные. Ну, вот как раз таки и сравню, чтобы понимать, как вообще в одном витамин С содержится, в другом глицерин, вижу, написано, ну, вот на упаковках. Давайте я вам так покажу, чтобы вы могли понимать. Вот.
И очень интересное предложение, что за каждые два в заказе продукта из серии Optimus, хотя серия там дальше еще продолжается, но я именно взяла новые продукты, вы получаете увлажняющая мицеллярная вода. Вот такая вот, это в подарок за каждые два продукта. И мне пришло 4 мицеллярной воды. Буду пробовать, буду тестировать. В общем-то, интересно, это у нас уже мицеллярная вода. Здесь мягкая формула, 2 в одном. Эту мицеллярную воду можно использовать для глаз и губ. В общем-то, будем тестировать. Вот это вот из серии Optimals, это вот все те новинки, которые я заказала. Следующее, что у меня в заказе, это в мини-версии. Две мужские парфюмированные воды, это мини-аромат по 15 мл, у нас Aqua Style. Древесный, ароматический, амбровый, здесь грейпфрукт, аккорд де лорей, селивер и витивер. Вот такие вот водички. Так, дальше. Правда, не знаю, где у меня клиентка нашла, но заказала Amber Elixir, это ее любимый аромат, и вот она его снова повторила. И я вам говорила в обзоре, что я хочу заказать для себя новый аромат Пион. В пробнике я скажу, что не сильно он у меня прям как бы так раскрылся. Вот этот вот аромат Мимоза мне очень нравится, я им пользуюсь. Так, давайте будем открывать и смотреть. Объем очень хороший, 75 миллилитров. И у нас здесь получается, мне понравилось, что в каталоге сразу с ароматом стали писать номера пробников, что упрощает поиск и, в общем-то, удобно, да, стало. Так, давайте уже откроем, снимем это все и посмотрим. Цветочный, фруктовый и зеленый. Фруктовый, цветочный и зеленый. Вот такие вот цветы с этой стороны. Утренняя магнолия, пион и мускус. Средняя концентрация аромата. Так. Красный цветок и бесчисленные нежными лепестками. Пион обладает мягким и сладким ароматом, который поднимает настроение, успокаивает и наслаждает цветущим летом. Так, ну, запах пиона действительно что-то есть, когда прям с флакона начинаешь, ой, с бутона его чувствуешь, плюс еще такая вот это вот пион, плюс небольшой такой вот какая-то зелень есть, вот это да. Так. Но мускусом пока не открылась. Я думаю, что аромат должен, конечно же, согреться. Плюс я еще думаю, что это совсем недавно выпущенный аромат, который может еще чуть-чуть настояться, и он вообще заиграет новыми и новыми красками. Но вообще приятный аромат. Такой легкий. Легкий-легкий и такой, знаете, вообще прям наилегчайший аромат. Но с нотками такими в сладкую сторону немножко, и сладость, и вот именно пионность, прям вот конкретно вот аромат пиона. Так, следующее, что еще много всего интересного у нас тут с вами. Давайте посмотрим, что у нас есть из декоративной косметики. Так, это у нас Giordani Gold, и это у нас тональная основа с SPF 15 в Light Ivory. Сейчас до новинок с вами дойдем. Значит, любимые моими клиентами туши. Вот такие вот по хорошей цене в каталоге с силиконовой кисточкой. И вот они опять в заказе. Еще, значит, еще вот такая вот тушь. Две штучки. И из серии One Color жидкая подводка. Дальше кусачки. Кусачки. Так, и что, давайте уже с вами посмотрим новинки. И это у нас будет губная помада и палетка. Вот, посмотрите, новая губная помада. Я ошибаюсь или нет, но что-то прям такая усипусечная, стойкая, супер матовая губная помада The One. Значит, заказала я в оттенке.
в оттенке естественный розовый. 416-35. И это самый верхний, вот здесь, вот наверху. Стойкая матовая помада. Вот так вот выглядит. Больше оттенок такой, не такой розовый, как на... А здесь вообще становится розовым. Все-таки относится к персику. Очень красивый цвет. Такой слегка уловимый аромат, очень приятный. В общем, вот такая вот губная помада, потому что на этих страницах акция. Заказываешь при заказе любых двух продуктов, у тебя получаются продукты по другой цене. Цвет очень схож. Здесь каким-то персиком даже отдает. Ну, в общем-то, интересно. Не сушит, не стирается. Плотное и абсолютно комфортное покрытие, которое увлажняет губы. Вот такая вот новинка. Интересно. Следующая на следующей странице, через одну, даже через две, у нас новинка. И это вот такая вот палетка. Вот тоже в такой упаковке. Палетка для макияжа. Без зеркала она, скажу сразу. Вот так вот выглядит. Здесь у нас пудровая кремовая текстура. Специальная технология насыщения цвета. И здесь у нас четверо теней для век, хайлайтер и румяна. Вот так вот выглядит. Посмотрите, как хорошо открывается. Футляр открывается хорошо до конца. Румяна, хайлайтер и 4 оттенка теней. Тени на вообще первый взгляд очень красивущие. Очень красивущие, да, такие. Смотрите, как смотрится. Такой вот коричневый. Вот такие вот красивые. Так, а румяна. Но румяна, посмотрите, какие. Прям классные, ходовые будут. Такая палетка. Жаль, что в ней, конечно, нет зеркала. Прям удобно было вот с собой компактно брать с собой. Легкая. Хочу сказать, что она вообще какая-то легкая. На ощупь очень приятные, конечно, тени. Они прям такие, действительно, какие-то кремовые и бархатистые. Красивые, еще раз посмотрите, какие красивые. Все оттенки носибельные, ходовые, вот такие вот. Ну, я думаю, что, кстати, к такому макияжу будет, кстати, можно и такую помадку. Вот. Если еще немножечко вот этих румян добавить к глазам, и вот такую вот помадку будет очень-очень красиво. Так, далее. Что еще есть интересного у меня в заказе? Не знаю, как вам показать, но у меня в заказе есть очки. Они полностью, видите, запечатаны. Поэтому показать вам никак. Это заказ клиентки. Здесь вот такие вот очки. 422-14. Мне кажется, это какие-то даже мужские, что ли, или какие-то очечки. Так, дальше еще два вот таких вот геля для интимной гигиены. Я правильно сказала, это унисекс очки, правильно, для нее и для него. Я помню, что была вот такая вот как бы форма, вот они в каталоге здесь представлены. И вот только могу показать, что они вот в такой вот упаковке и полностью, видите, заклеены, вот запечатаны. Вот так вот выглядят вот эти вот очки. И вот она бутылка, которую мы с вами смотрели в начале каталога. Вот сумку я вам такую показывала, бутылка, и вот еще есть такой коврик-плед. И мне пришли, значит, новые каталоги, потом новая акция по рекрутингу с подарками. А еще, кстати, знаете, я вам не показала щипчики, кусачки, но такое тоже возможно. Все остальное вроде как точно показала. Вот такие вот потрясающие подарки. Поэтому присоединяйтесь в команду, и вы сможете также получить такие вот интереснейшие подарки. И плюс еще начните сегодня с Oriflame. И здесь тоже и про виды дохода, и про все. Вот такая вот еще дополнительная информация в печатном варианте пришла.
Ну что, вот это вот весь мой заказ по этому каталогу. Много всего очень интересного. Я, в общем, буду тестировать и всю серию. Хочу открыть сразу же все продукты для себя. И чтобы с вами можно было уже поделиться своими впечатлениями. Постараюсь сильно, не обещаю, сделать макияж с этой палеткой, чтобы показать вам, как она вообще в действии, какие от нее ощущения. Хотя времени у меня прямо сейчас реально, ну, прямо как-то так ограничено. Вот, но очень постараюсь, потому что, честно скажу, те видео, которые я видела, я вам уже говорила про это, мне не сильно впечатлили, поэтому посмотрю, как это вообще действительно она будет на глазах. Так, визуально, она, конечно же, очень красивая и очень удобно держать в руке. Классно, что она очень компактная, но побольше бы всяких палеток вообще бы выпускали. Мне кажется, это всегда, всегда очень-очень так интересно и заманчиво. Шиммером бы хотелось бы каких-то теней, прям такими блестками. Ну, вот что-то, чего-то такого душа просит. Ну, что заказали вы себе, обязательно напишите, поделитесь своими впечатлениями, что вы уже из этого успели попробовать, тоже напишите свои впечатления от новой серии Urban, конечно же, это очень интересно, а я буду с вами прощаться, обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.